Итак, друзья, мы рады вас приветствовать на нашем YouTube-канале. Рано утром на одном из российских сайтов появилась эта ужасная и трагическая новость. Мы были шокированы, многим из нас до сих пор не по себе, как такое вообще могло случиться. Наш источник шоу-бизнеса сообщает нам, что сегодня рано утром на своей даче в бессознательном состоянии была найдена российская актриса Вера Алентова. Ее нашла ее подруга, которая приехала ее навестить. Она обнаружила ее в коридоре, на полу, без сознания. Она пыталась ее привести в чувство, но ничего не получалось и решила вызвать скорую помощь. Ведь незадолго до приезда она с ней созванивалась и предупреждала ее, что она приедет к ней в гости. Но случилась большая трагедия. На данный момент Вера Алентова находится в больнице, пока никто не комментирует данную ситуацию. Мы будем продолжать следить за развитием событий, будем надеяться, что с Верой Алентовой все будет хорошо. Будем надеяться, что в этой истории будет хороший конец. Не забывайте, что только на нашем канале, дорогие зрители, выходят самые интересные новости из жизни российского шоу-бизнеса. Подписывайтесь на наш канал, жмите на колокольчик, чтобы завтра утром не пропустить свежий выпуск. До скорой встречи, друзья. Будьте всегда с нами на нашем канале.